Я стишок сочинил, а потом его в продолжение и как-то подзабыл. Белый снег на землю ляжет, и грехи мои замажет. Снова чисто, снова бело, и опять душа забела. Про любовь и красоту, нежность, силу, доброту, все, что в небо увлекает и нас к Богу приближает. Вот такое вот стихотворение. Еще разок повторим. Белый снег на землю ляжет, и грехи мои замажет. Снова чисто, снова бело, и опять душа запела. Про любовь и красоту, нежность, силу, доброту, все, что в небо увлекает и нас к Богу приближает. А? Вот такие вот вещи. Опять-таки хочу сказать, старайтесь мыслить. Это довольно-таки трудно, и это называется культура мышления. Мыслить, я бы не сказал вот общей фразой положительно, мыслить мощными, сильными словами, фразами, используя только однозначность, если вы обращаетесь к пространству. Не используйте каких-то двухмысленных слов, а тем более слов, которые несут негатив, притягивают к вам. Окружайте себя позитивом на уровне мысли и на уровне слова. И я вам не зря рассказывал о том, что вот женщина была, она считала, что вот так вот жизнь, она удалась. И набрала 40 килограмм веса, а потом, изменив свое мировоззрение изменилось, понимаете? Вот, она стала совершенно иным человеком, и вот это вот все, что обросло лишнего, тяжелого, ненужного в ее жизни, исчезло. И возникает простота, и в этой простоте видна своя особая красота. Красота бытия. Ах, хорошо. Ой, хорошо как. И вы почувствуете вот эту вот хорошечность, которая нас окружает, и от которой большинство из нас закрыто проблемами. Как, такое впечатление, как будто нас нарочно закрывает от всего этого. А надо же иметь свое мнение, не поддаваться унынию, которое считается грехом. Меланхолия, дуче мелодия. А, допустим, радостные какие-то мелодии, чтобы звучали. Понимаете, вот вообще-то, я сейчас иду, вот, и чем больше ты разговариваешь, тем больше ты подключаешься вот к этим вот информационным пластам, к тем силам, которым ты становишься интересен, с которыми, которые с тобой начинают беседовать, что, вот я уже говорил, жизнь идет как мелодия, то есть внутри тебя возникает такой своеобразный информационно-аналитический поток, который напоминает музыку. Музыка складывается такую мелодию, такую приятную, умиротворяющую, жизнеутверждающую мелодию, вот, которая несет здоровье, которая несет благо, которая окружает тебя, которая защищает тебя. И я все вам говорю, понимаете, вот есть люди, что-то говорят, ага, вот такой-то тренинг, вот то-то сделайте, так-то себя окружите. А у меня все это происходит на практике. Я со своей практики говорю, что вот так вот. И за счет этого мне удалось, пребывая в городе Каменске, Шахтинском, глубочайшей провинции, чувствовать себя человеком. Какие-то блага появились такие. Именно вот для жизни то, что надо. Не более, не менее. Красота спасет мир. Так вот, окружайте себя этой красотой.
красотой мышления, красотой слова, красотой поступка. И тогда появится красота здоровья. Да.